Добрый день, друзья! В кадре Юрий. Сегодня будет рыбалочка на Десне. После обеда жарко, ветра вообще нету. Заехал далеко, был в разных местах, но есть палатки, есть места заняты, есть рельеф поменялся. Поэтому сейчас покажу, где я буду проходить, и скорее всего, что это будет просто микрокалибло у прибережной зоны. Вот и все. В течение есть там буруны разные, джиговать, наверное, на этих участках не буду, а ближе к косе. Косу вам потом тоже покажу, если ее не смыло. Поэтому сейчас монтирую свой спиннинг, как обычно, ультралайт, микроколебалки, силикон, и я в кадре. Погнали! О, вот она хоть добрала, малышка. Тот кусила. Вот щупарь. Вот такого сейчас надо отпустить. Ты грязи, блин. Ё-моё. Ух ты. Давай. Подрастай. Вот, друзья, вот какая-то рыбка. Да еще неплохое что-то. Не вижу, правда. Ого, давит как щука. А, как всегда. Вот она, проказница. Не откусила, то я сейчас тебя выпущу. Подожди, малышка. А ты, блин. Да я тебя выпущу. Можешь не переживать, даже просто аккуратно это сделать. Давай. Давай расти. Все. Тут, друзья, возле меня прям что-то крупноватое скинулось. Не знаю, ли так жерех бы близко подплыл, но это может быть щучка. Ну вот, я кидал подальше от берега, толку ноль. Опа-на, друзья. Наверное, окунь. Наверное. Да. Ну, вот прям таки неплохой. Вот хороший кабанчик. Кадр с ним бы хотелось сделать. Вот. Ракушечный бугорчик. Опа, есть как четко. Маленький ракушечный бугорчик и сразу там вот рыбка. Супер. Размер меньше, но все равно. Спасибо, друг. Давай. Спасибо за поклевку, это уже поприятней. Все, еще чуть-чуть проложу ближе и будем смотреть. Вот прям какую-то ямку закинул. И вот буквально сразу же был удар. Но очень легкий. Оп. Если там они есть, можно их раздраконить и
будет дело. Оп. Вот снова эта ракушка и была поклевочка. Так, друзья, вот забросил и продолжаем исследовать эту точку. Большой тут промежуток, но ракушка именно вот активна в одном месте. Поклевки были, сходы были. Почти на каждом. Опа! Опа, добрал. Но опять же, спасибо и на том, но размер небольшой. Ну и так, для лета джиг супер. Он подрастет и будет радовать или меня, или еще рыбаков каких-то. Вот, друзья, маленький братанчик. Вроде как. Что-то тащу. Ого! Не, ну это вообще. Вот. Как приманка. Что-то только что под ногами тут у меня ковырнуло. Я учту, что тут такие движения интересные. И надо смотреть под ноги, потому что видел тут щука, как змея какая-то. Блин, не знаю, может она подбитая была, непонятно. Рыбка. Наверное, судачок. Да, 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 да. Вот он. Даже кадр сделаем с таким матросом. Спасибо тебе за поклевку. Плыви и расти. Ух ты. Резкий зверь. Тут пройдемся, посмотрим. К берегу, конечно, подтягивать максимально опасно. О, что-то приятное. Блин, похоже на щуку. Но хорошо бы, чтобы не она. Пока не вижу. Вот тут судачковые места. Наверное, судачок все-таки давит. Да, давит. А не, ух ты, блин. Да что у нас? Ловлюсь. Ух ты, блин, ты смотри. Как? Откуда ты там взялся, друг? Такой подачей. Смотрите, почти в заглот. Фу, красиво. Сейчас я тебя выпущу, друг. Надо аккуратно очень. Вот, все, отлично. Сейчас кадр. С глубины такая рыба. Интересно. Давай, друг, расти, радуй своих родных. Это же надо такое. Интересно. Спасибо за поклевочку. Сейчас мы зайдем в воду. Подальше сделать забросик. Интересно, друзья, вот так вот.
В этом месте был маленький судачок. А что подумал, что это тоже он? Ну, такая поклевка интересная была. Ну, этот братан проплывал там где-то. Просто случайность, походу. Все-таки я что-то проходил и поклевки не было. Ух ты! Смотрите, в том же самом месте. Ё-моё! Это уже интересно. Интересно. Друзья, интересно, сейчас перезабросим, что это было за выход. Итак, друзья, сегодня мы были с отцом в разных местах. Днем вообще печально, у меня там один срез и маленькая щучка, и маленький окунь, и все. А вот я заехал на Десну у свои такие под селом места. То было интересно, где-то около 5 окуней, 2 подтяжки, 1 щучка, 1 судачок и 1 голавль. И еще были поклевки. Поэтому, в принципе, как для ультралайта, силикона, лета, плюс-минус нормально. Поэтому ждите, как обычно, новых рыбалок. Все как всегда, поиски, ультралайт, силикон и хорошее настроение. Поэтому... Пока, до новых встреч.